Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и это Белая Дверь. White Door, как правильно говорится, White Door, короче говоря, это игра от разработчиков Rusty Lake, я не знаю, как она связана с предыдущими частями, но написано в Steam, что это какое-то то ли перетота в новом виде, в новом каком-то в свете, в новом взгляде, что-то типа того. Давайте посмотрим, почему бы, собственно, нет. Потяните кого куда? Кого куда потянуть? Все окей. Так, потянуть, все, я понял. Мы уже играем, между прочим, мы уже играем, если что. Если я что-то загораживаю, то, возможно, так и есть. Поэтому... Так, ну хорошо, я умею ходить... Что? Чего? А, я теперь хожу за мужика, и, подходя к различным предметам, я делаю какие-то действия, серьезно? Тест на память доступен с 15.00. Время у нас 8, судя по всему, 8 утра. Подъем, завтрак. Так, нужно пожрать. Понял, поехали. Давайте пожрем. Так, это у нас шоколад, это сахар. Кафе, что это, сова, нест, один пончик, один кофе. Спасибо. Пожалуйста, хульта. Давайте ем пончик, хорошо. Кофейком запиваю. Я держу кнопку. Оно не пьется? Оно. Ха-ха, кофе, да, оно. Чё не пьешь-то, алло? Почему не пьет кофе? Чё за бред-то? Подожди, я что-то не в правильном порядке делаю, что ли? Все, я завтрак сделал, правильно? Я поел. Не поел. А пациент Роберт Хилл, 14.08.72, растерян в состоянии. Пойдемте попиписькаем, покаканькаем вот это все. Здравствуйте. Так, чистишь зубы. Хорошо. Передвигать, чтобы умыться. О, окей. Это контроллер Motion Sense. Допустим. Я умылся. Молодец какой. А в аду? В воду. Так, все, он умылся, отлично. Кого передвигать-то? Бляха, как сложно. Так, отдых только после 20.00. Серьезно, а вот сюда, если сходить. А почему здесь до этого никто не смыл? Что за херня? А, это уже, в смысле, я сходил? Я понял, ладно. Хорошо, я что-то до конца не помню, мне кажется, я не доел. Это мой пароль. Интересный пароль, хорошо, это мы узнаем попозже. Пойдемте, выйдем на улицу. То есть теперь мы делаем все то же самое, как в Rusty Lake, но вот в таком вот виде, вот в таком вот обрамлении, так сказать. Вот в этом всем ходячем, 2D-шном вот этом, типа, окей. Она закрыта или я что-то неправильно делаю? У меня очень хороший вопрос возникает сейчас. Я просто не понимаю этого до конца. Так, тут в тумбочке чего? Сегодня 14 августа, выход 20-го только, чего? Его выпустят 20-го, так, это выключатель? Осмотр. Бзы. Окей, будем ждать, пока нас осмотрят. Хорошо. Это закрыто окно. За мной, если что, окно. Потяните. О, птичка. Привет, птичка! Приятный вид. Хуй поспоришь. Чё, все? Мне кажется, все-таки я не допил кофе, потому что как бы он тут типа есть... Но он, типа, пьет. Я слышу, что он пьет что-то. Но я не вижу, чтобы что-то происходило. Пока не время для сна. Заправил кровать. А, может быть, я кровать не заправил. Ну, конечно. Так, а это что такое? Потяните ящики. Ага. Так, фото. Номер, фамилия Хилл, имя Роберт. Это, я так понимаю, либо паспорт, либо что-то. 1931 год. Это нужно запомнить. Номер сложный, под сейф не подходит. Фамилия Роберта, окей. Но мне кажется, это все-таки подсказка к чему-то. Может быть, 1931? Может быть, тест на память? А, с 15.00, окей. Тогда вот сюда вот. Нет, это явно на цифры никак не похоже. Хорошо, пойдемте дальше. Мне кажется, все-таки я не дозавтракал до конца, потому что какой-то бред. Я вроде тяну. А, вниз надо, ёпта.
Было неплохо. Ну, хорошо. Но в любом случае мы осмотрели много чего. Тебе на что, гигиена? Да, а осмотр? Осмотр, давайте позвоним. Мы, в принципе, все осмотрели, все нормально. Так, здравствуйте, осмотр. А, привет, мистер Хилл. Вы уже проснулись. Вы можете чувствовать себя растерянно. Вы попали в несчастный случай. Ну да. А что вы помните? Назовите ваше имя. Так, я Роберт. Роберт Хилл, это я помню. Роберт. Какой сейчас год? 72-й. Да, 1972. А дата? 17.04. 14.08, окей, 14.08, совершенно верно. Так, 14. Спасибо, Роберт. Проведаю вас завтра. Пожалуйста, придерживайтесь распорядка. Я неправильно что-то ответил? Я просто побежал сразу нажимать, я не понял сейчас, ладно. Так, а упражнение на... Упражнение на память, это я понял. Бляха, интересно сделано. Хотите начать тест? Хочу. Так, пончик, хорошо, это пончик, зеленый пончик, допустим, согласен. Что вы увидели? Пончик, пончик, пончик. Правильно. Зеленый прямоугольник, что вы увидели? Коробка. Это похоже на коробку, хорошо. Цветок, 100%. Растение, конечно, растение. Это рамка, да, там рамка была в ответах. Да, это рамка, окей. Это либо курящий дед, вот его нос, вот он курит, либо это чашка, у которой улетает ручка, либо что это за говно такое? Колонка, куб, самолет. Нет, самолет это не похоже, пончик-то. Какая колонка? Колонка, кстати, может быть, это звук вылетал вполне себе. Это пицца, охуенно. Монета, ну монета, ладно, окей. Ну, вот это птица 100%. Это, конечно, птица. Это я знаю, как птица выглядит. Верно, нажмите ввод. Тест завершу. Ой, да ладно, награда приехала. Спасибо. А это подождя, как это называется? Это у меня... А, это ужин, бляха. Ну, конечно. Это же... Куда ты пошел? А то кормят, тесты проходишь, в компьютер играешь. Какой тебе нахер? Так, смотри-ка. А таблетку надо до еды или после? Это важно. Потому что некоторые питательные вещества разрушают действие таблетки, а некоторые наоборот. А некоторые не влияют. Потому что, как бы, если надо до еды, это значит, что таблетка должна начать действовать раньше, чем у тебя желудок заполнится всякой херней, выделится всякие кислотные соки, и вот это вот все. И таблетка не сможет правильно работать. Либо во время еды или после еды сразу. Это, например, чтобы желудок сильно не страдал, потому что желудок покрылся этой защитной хуетой. Ты тогда что-то таблетку, и все из нее питательные вещества уходят, и желудок не вредят. Либо похеру в принципе, что как бы, я не знаю. Но если подают, возможно, с или после. Давайте после, как будто, ну, серьезно, большинство таблеток, по-моему, жрется, хотя вот не знаю, ладно, я ем. Я ем. Я ем змею, отлично. Ем таблетку и запиваю водой. Гениально. Это было вкусно. Ну, не знаю, не знаю, но как бы спагетти с фрикадельками и таблеткой. Потому что таблетка вкусная. Так, отдыхать пошел, отдыхаю я. Я отдыхаю сейчас, вот, я на отдыхе. Пацаны, скриньте, я на отдыхе. Так, а вот отдыхать сюда. Отдых только после 20.00. О, нихера себе отдых спортивный, серьезно. Опа, бля. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, второе дыхание, 8, бля, 9, 10, шабицуха накачаю, что же было весело. Так, ну хорошо, а время спать, я пошел спать. Бляха, какая интересная игра, опачки. Бляха, мне так нравится. Мы встретились там же, где и всегда. Овал Нест, подожди, Овал Нест это... А, это у него чек был из закусочной, я понял. Я пил кофе за своим любимым столиком справа. Здесь тоже нужно играть? А, справа, окей. Just staring at the я table. Просто пялился в стол. I was stressed out, я был на нервах, поворачивал все предметы в одном направлении. I took a sip. Я отпил.
Отпил? Ага. Мне принесли пончик. Я съел его. Я подождал еще 5 минут. Наконец. Она пришла. Она выглядела усталой, но красивой, как всегда. Ей надо перевернуть губу? Она подвинула свой стул немного ближе. Она смотрела в сторону. Плохой знак. А, посмотрела в сторону. Смотри в сторону. Я думаю, что нам стоит прекратить встречаться. Я решила уехать на время. Я что, охренела, что ли, мать? Ну ты что, блядь? Давно головой по голове чашкой не получала, что ли, или чего? Я не знал, что сказать. Я просто отпил еще. Я попытался коснуться ее руки, но она отдернула руку. А чё это? И она ушла. Я не знал, что чувствовать. И отпил еще раз. День второй. Бляха, это нам историю дадут. А, кстати, неплохо. Это вроде то же самое, вроде тоже загадки, вроде тоже все вот это нужно думать головой. Но история и геймплей подаются в другом виде. Это классно. Это развитие, это 100% четко. Так, ладно, пойдем посмотрим, что у нас там дальше. Подъем за 15.08.72. Состояние сонный. Подъем завтрак, по хавчикам пойдемте. Пойдемте по... Я вот это пить не буду, я это смывал, алло. Так, ладно, ем пончик. Как вот это съесть? А, это счет. Подожди, это мне каждый день приносят, что ли, или что? Или это каждый день одно и то же? А что сначала? Сначала нужно кофе, наверное, сначала нужно выпить сок, а потом кофейку так ходишь, попиваешь по чуть-чуть. Люблю пончики. Ну, бляха, одними пончиками сыт не будешь, если что, потому что это как бы очень все-таки... А я так понял, в прошлый раз... А, так мы гигиену и все это сделали в прошлый раз заранее, поэтому у нас все это сразу пометилось. Ну, хорошо, допустим. Я думал, просто зря все это время бродили в первый... А ведь кто-то, ты, например, в это время ел. Так, я чищу зуб, окей. Я лью воду, я умываюсь. Хорошо, я закончил. Я готов к чему? Я готов к приему. Пицца! 15.08.72, окей. 15.08.72. Доброе утро, Роберт. Как спалось? Время для осмотра. Можете сказать, сколько вам лет? А можете подождать секундочку? Я сейчас быстренько. У меня тут кое-что есть, я сейчас подсказку возьму. Так, 72 минус 31. Это получается 41 год. А 16.06.07. 41 год, окей. 41. Какое кафе было вашим любимым? Nest. Nest. Это я запомнил, у меня память есть, нихера себе. Old Nest. А где вы работали? А я откуда знаю? Где я работал? Я работал за правым столиком, глядящим в стол. Пил кофе и трескал чашки. Что я, блядь? Кебера, откуда я знаю? Шоу. 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 Может быть, он шоу? Шоу-шоу. Откуда? Подожди, это может быть документы не просто паспорта, а что-то с работы? А, Johnson's Bird Food. И кем он, блядь, работал? Это, получается, пропуск на работу. Птичья еда Джонсона. Что это, фабрика? Фабрика птичьей еды, консервы? Что ли? Я откуда знаю, что это? Да я не знаю, как это называется. Джонс? А, Джонсон. Джохансон. Джохансон, убери. Джохансон.
А, сука, как пишется правильно Джохансон? Или там две буквы, что ли, было? А, Джохансасон. Джохансасон. Джохансасон, все, я понял. Джохансасон. Так, а, Джохансасон. Вот, Джохансасон. А что бы вы хотели на ужин? Все сразу. Не, ну суп, конечно, можно отложить, но... Ну, бляха, мы с утра жрали пончик, вроде как... Вот это... Ну, картошка фри сразу нет. Она... Сколько, блядь, ведро принесу, чтобы я наелся? Нет, суп, пиццу. Ну, типа, с утра ели вредный пончик, давайте навернем полезного супца. Ну, как бы, супца из-за ебца. Можно суп? Спасибо, Роберт. Вы делаете успехи. Да, я могу, да. Файнал тест проходить. В компик пойду поиграю. Хули, я заслужил, я заработал. А что не так-то? Этот. Ага, хотите начать тест? Хочу, давайте. Что это? Чего? Еще раз. Вот этот неправильный. Не понял. А, выбрать неправильный, понял. Этот квадрат не... Это тест на IQ я сейчас прохожу, да? Это сложно, я сейчас 100 баллов наберу. Как на ЕГЭ, блядь. Как на ЕГЭ наберу, допустим. А, ну тут понятно, тут типа надо искать то, что не подходит под общее это мнение. Нужно искать не таких, как все. А, вот эта вот закорючка мне не нравится, она сюда не подходит. А в прошлый раз тоже везде было написано сверху верно, нажмите вот. Я просто смотрел только сюда и не видел эту надпись совершенно. Так, это свекла. Это свекла, вот эта вот отъеденная свекла, она не нужна. Так, это динозаврики на коньках. Вот это, смотри, он такой, фью, это коньки, вот он едет на коньках. А вот это вот нет одного конька, это одноногие коньки, нам такие не нужны. Так, хорошо, отлично, заслужил пожрать супца. Ну, вообще, бля, заебца. Так, а супец? Он всосал? Так, ладно, таблетосик и запивосик. Было вкусно, нормально, поехали. Давайте позанимаем. Бляха, выучил распорядок, прям молодец я. Это даже не то, вот это давайте мне сюда. Вот, после этого вот... Ой, да ладно, как это? Оп. Оп. А, оп. 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 А, я не могу подбивать, да? Типа, вообще? Еба, мне весело. Еба, я развлекаюсь. Ух, вот это развлекаюсь. Вот, а вот и там сидите в своих вот этих интернетах, вот глупых, вот этих вот. Я вот развлекаюсь, понятно? Смотри, ох, ебать, развлечение. Координация, точность движений, микрохирургические точности, макроэлементы. Это все развивается, все, окей. Мне хватит, я и так хорош. Бляха, как интересно. Вот это время перепровождения. Птичий корм. Вот я там работал, да, на птичьем корму. I was driving to work. Я ехал на работу. I turned off the radio. И я выключил радио. Music reminded me. Музыка напоминала о ней. I had to stay focused. Мне нужно было сфокусироваться на дороге. Сейчас я этот несчастный случай попадет, да? Так, фокус на дороге, окей. Красный свет. I stopped for a red light. Я остановился на красный. Ко мне подошла попрошайка. I rolled down the window. Я открыл окно. I gave her a coin. Я дал ей монету. The light turned green. Загорелся зеленый. Я управляю светофором. Я уже опаздываю. Мне нужно было поторопиться. Как поторопиться? Я не поворачивал. Я опять не поворачивал. Да я не поворачивал! А, нет, я все-таки поворачивал. Я понял, это я поворачиваю. Сюда. Я по указателям по желтым езжу, да, сюда. Так, вниз, хорошо. Подожди, я управляю дорогой или мне не нужно управлять ей? Еду по указателям, если что. По указателям еду, если что. А, вот моя стоянка, вот мой дом, да. Окей, сейчас. Ага. Джонсон Бёрдфуд, хорошо. Вот я. Вот я приехал. Так, Джохансон. А черный дым поднимался из труб. I walked out. Я подошел ко входу. I walked out. Ага. The doors were locked. Двери были закрыты. I entered the code. Я ввел код. 3461. Хорошо. You are late. Come Ты опоздал, войди.
I opened the doors. И я открыл двери. И я пошел. Да-да, что-то не идет. My boss tightened. Мой босс затянул свой галстук. Hill, you are Hill, late. Ты Go опоздал. Иди на свою станцию. Что, блядь? Джохансон, потому что опоздал. Дил, беда такая. О, отстаньте нахер. Я нажал на кнопку. Нет, 7 секунд. Я пришел на свою станцию. На какой станции я работаю? Алло! Там не было написано в моем пропуске. На станции один? Ага. 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 Ага, угадывать надо, хорошо, я понял. О, угадал, красиво. Я работаю на станции сортировки. Понятно, печеньки в первую пакету, во вторую, кукуруза в третью. А, интересно, интересно. А это не мое, вот это мне не надо. Это вы там на себя повесьте, нахуй. Так, я пошел дальше. А здесь я кем работаю? Так, это нужно сосать вот определенными шлангами. Ах, нужно кидать. Ну, какая разница, сосать или кидать? Так, это либо сюда, либо сюда. А, в смысле, это и то, и то. Бляха, это сложно. Алло! Ну ты что не высаживаешь-то? Так, треугольник и квадрат. Ага. Ага, окей. Это правильно, я загрузил это, я молодец. На них нарисовал. Так, отлично, у меня три попытки. Три попытки, чтобы не умереть. А раз, хорошо. Вот это с круглой мне не везет. Круглая какая-то такая себе. Нормально, 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 хорошо справился. Ибо у меня работа сложная. Сортируй, монотонность. Ор. Монотонная работа, это такая вообще просто невозможно. Монотонная работа, она. А, да, тихо. Отвлекся, вот чуть не просрал всю работу свою, чуть не просрал. Так, отлично, я нажимаю на красную кнопку. Do not push the button. Хорошо. Ну, отдохнем, пожалуй. Звуки завода, слышишь? Звуки фабрики. Что-то где-то гремит. Что-то где-то творится. Происходит упаковочный момент какой-то. То есть какой-то... Я слышу какой-то пресс. То есть что-то такое, знаешь... Возможно, какая-то упаковочная ересь какая-то, что-то. Поехал следующий. Следующий поехал. Да я не буду нажимать на кнопку, написано не нажимать. Других вариантов у меня не было. Игра сама заставляла меня нажимать на кнопку. Я включил сигнализацию, я кого-то спас. Мой босс натянул свой шлем. You are fired. Ты уволен. Get your stuff. Собирай свои вещи. Он, это один и тот же человек озвучивает и того, да? Они просто такие очень сильно одинаковые. Так, подожди-ка, это выход. А мне на выходе вещи собирать? А, вот мои вещи. Джонсон's Bird Food. Окей, так, я взял... Я не знаю, что это. А фотокарточки-то я что, не беру? Беру. Его уволили за то, что нажал кнопку сигнализации день третий. Хорошо. Походу, дело как-то так. Походу, дело как... Бляха, как интересно сейчас происходит все. Так, окей, просыпаюсь. Просыпаюсь, ем. О, мне дерево принесли, серьезно? Ты кто, бля? Так, окей, друзья появились уже неплохо. Сейчас, что значит, я не хочу? Нас по расписанию пожрать не хочу. Жри тогда и кибану, блядь, что это такое? О, червь. The White Door, Mental Health and Fishing. Ментальное здоровье и рыбалка, белая дверь. Это меня... Опачки. Это меня приглашают туда? Это приглашение? Это посетите нашу психиатрическую клинику и останьтесь здесь навсегда? Мне нельзя. Да почему нельзя? Подожди, может, завтрак, не завтрак? Бляха, ну завтрак, тревожный. Ну тревожное состояние у меня сегодня, тревожное. Где мышь-то? А! Мышь. Так, куда она пошла? Ага, под компьютер, хорошо. Будешь умываться? Вау, зарос, надо побриться так-то, ты чё? Вот это бриться? Бриться, да, смотри-ка.
А, это губа или что? Волосок остался. Не очень отлично. Так, секунду, мышь. Опа. Ты правильно, правильно, а то я на одной клавиатуре заебался уже тут нажимать. Да, мышь, да, мышь. Нужна мышь срочно. Так, хорошо, мышь. Гоняю мышей, хорошо, мне очень весело. Я тебе на второй день говорил, мы съели с утра вредный пончик, дайте нам полезного супца. Ты мне не верил, мышь сдохла, понял? Все из-за твоего неверования. Скажи спасибо, что мышь. Так, выпью кофе, выпью сок. Оберзительно. Так, 11 часов, время осмотра, хорошо. Это прямо во время осмотра можно спокойно отвлекаться и искать, ну не подсказки, а смотреть все, что написано. Привет, Боб. Слышь, когда мы, блядь, с тобой на Боба-то перешли? Слышишь, ты Бобами тут не кидайся меня, я Роберт. Какой я тебе Боб? Ты меня знаешь третий день, мать, Боб. Боб у тебя знаешь где, блядь, в капусте в какой-то, в супе, в солянке, бляха, у тебя Боб. Так, что тебе нужно? А, ты села. Так, надеюсь, вы выспались. Как вы себя чувствуете сегодня? Я тревожный был, поэтому, наверное, устал тревожиться. Нормально, ладно. С этим докторам все рассказывает, конечно. Сейчас припрет мне таблетку. Какой главный ингредиент птичьего корма? Drugs? Я не знаю, какой. Кукуруза? Там была кукуруза, там были печеньки и там был пакет. Пакет. Стоишь не ебу. Осмотритесь в комнате. Пойдемте осмотримся. Здесь где-то написано, какой главный ингредиент. Роберт Хилл. Дата рождения, фото. Ты, я с работы особо не пойду, там главный ингредиент. Я откуда же знаю-то? Может, тут написано вот тут? Не, это не до выхода считаю, хорошо. Подожди, мать, я не в курсе. Какое слово можно придумать? А тут два слова. Печенька. Куки. Да я не ебу. А смарагд, кажется, да? Так пойдет? Да ты издеваешься, что ли? Я не знаю, как... Вот тут написано. Канари-грасс. Окей. Канареечная трава. Хорошо. Так. Канари-грасс. Грасс. Так, пойдет? А где находится ваша работа? Какая работа? Уволили. Алло, мать, ты что, не в курсах? Уволили же нахуй. Он? Что он? Он здесь? Кто? Так, ну я ехал вниз. Или вот он и есть. Где этот Johnson's Food? Pine Street, Main Street. Ага, Lake Street. Эйлендерта Street. Да-да, я не знаю, написано он. Это он или не он? Он. Ну, наверное, он. И как правильно сказать? 16 Парк РД? Да, да. 16. Слышишь ты? Не 16? Не понял. Не понял. Ну здесь точно парк. Точно. Парк РД, но я не вижу второй Р. Подожди, там нет цифры 16, что не так? Может быть, куда-то что-то не так? Ну вот же 16. Парк РД. А может, Main ST? Не понял. Ну пусть будет 15, блядь. Здесь это все не подходит. Ты что, издеваешься? Подожди-ка, в смысле? Или это не та пометка, это не та карта, не то, что мне нужно? Давайте осмотрим всю карту. Может, вот это вот? 30 Lake ST?
30 подходит. Да, и Lake подходит. 30 Lake ST. А где находится совиное гнездо? Да ты что пристала, блядь, ко мне? Так, ну тут что? Тут парк РД. Ну тут типа надо угадать просто парк РД, допустим. 13. Я не пойду, тут просто больше ничего не особо не выберешь. Парк РД. Окей, не 13, 12. Окей, 16. Хорошо. Какой код аварийной сигнализации? 911. Откуда я, блядь, знаю, какой там пароль? Нет? Пейджер? Это пейджер? Чего? Ух ты ж, ёпта ж. Ага. Это я могу что-то взломать здесь? Ёп твою мать. Хелл, ты опоздал! Ты вызвал аварийное отключение. Код 827. Нихера себе, я хакер. 827. 827. Что бы вы хотели на ужин? О, ну ты уже это прям выбирает. Смотри-ка, ну картошка, ты пристался к картошке, сама доедай ее, понятно? Она по-любому с утра не дожирает картошку и мне приносит. Картошка, картошка, рыбу возьму, понятно тебе? Рыбу, блядь, на омега-3 кислоты, жирные жир. Я рыбий съем и буду хорошо видеть и светиться в темноте, нахуй. Рад был вас видеть. Я буду присматривать за вами. Хорошо? Хорошо, ладно. Хорошо, ладно! Так и быть. Пойдем тест на память пройдем. Присматривай, тут будет мне. Ишь ты, блядь. А-а-а! Что это? Так, в смысле, подожди. Хочу начать тест. А не хочу! Возможно, хочу. Примите решение, мистер Хилл. Ой, бля. Ладно, давай. Чё это? Я! Спокойно. Это что? Это нужно что? Что это нужно-то? Нужно закрыть женщине лицо? Что это ты мне хочешь? А ее не видно по экрану, куда она ползает, если что. Я вижу ее, что она где-то есть. Это мне сейчас нужно также за улиткой гонять, как и за червячком, точнее, как и за этой. За мышечкой. Мою мышечку, блядь. Куда упасла-то? О, бабка. Ой, day 3. Ни хрена себе, достижений дошел. Так, хорошо, а чего от меня хочется, я не пойму. Какой-то квадрат. А, нужно найти, куда он подойдет, что ли? Или где его спрятать? Ты что, издеваешься надо мной? Или где что неправильно нужно найти? Или вот сюда вот его поставить? Подожди, нужно что-то с чем-то сопоставить, чего-то где-то не хватает? Унитаз, дверь, херня, комп, стол... А, окно! Действительно. Нажмите вот. Теперь стола не хватает. Теперь не хватает экибаны этой, как ее. Герунди. Как ее? Герань, блядь. А, компьютерного стола не хватает. Как компьютерный стол. А, двери не хватает теперь. Я думал, это тетка вот эта стоит, типа, за дверью там палит постоянно. Тест завершу. Спасибо, спасибо. О, рыбеха. Хватит ее. Хуп. Хуп, 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 хуп. Хуп. Было рыбно. Не поспоришь, что было рыбно. Ну, рыбно было. Что ж, дерево, рыбно вкусно, хорошо. Так, отдых после 20.00. Что это такое? Шоколадка? Бля, это домино. А что это за игра? Так я такую игру не знаю. Это нужно составить партию, когда ты один, да, играешь сам с собой. Тебе весело просто обосраться. Все, я понял. Или не понял. Понял. Уж я-то понял. Я понял. Нужно самому составить себе партию. Еба, как интересно. Самому себе составить себе партию. Понятно? Самому себе партию себе составить. Умеешь играть в домино? Я вот умею, поэтому я эту загадку сейчас решу просто в лед. В лед решу загадку. Это в лед. Я тебе говорю, в лед. Так, хорошо. А как тут сделать так, чтобы оно что-то сошлось-то? Пойдем методом исключения. Тут как бы всех фигурок не хватает на всех. А, вот тут
кстати, вопрос хороший. Либо так, либо здесь, либо туда, либо сюда. Потому что, как бы, если то, то как бы можно и не это, а если вот то, то сюда хорошо здесь не подходит, потому что единичка одного здесь осталась, поэтому троечка здесь вот эта 100%. А две однако двойножки быть не может, это вранье. Вот это неправильно. Домино это не сходится, это хуйня, оно так не работает. Две одинаковых доминошки быть не может. Они же одинаковые, они одинаковые. Такого быть не может, кстати говоря. Такого быть не может, это 100%, я тебе говорю. Такого, бля, быть не может. Да не, все доминошки, они же разные. Серьезно, не может быть две одинаковых доминошки. За бред. Моя любимая игра. А, так это типа шарадка, загадка, что ли? Ясно. Так, ну ладно, давайте-то на этом закончим. В следующей серии мы ляжем спать, проснемся, у нас будет день 4. Бляха, интересно сделали, на самом деле. Очень-очень интересно. Все это время за мной было окно, если что. Я тебе его покажу, вот оно окно. Ничего там примечательного не было, а окно как бы и окно. Окно как бы, допустим, я стрим. Сижу, записываю в окне. Ну, в принципе, есть какой-то рамочки в окошечке. Типа я где-то там. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Все, трехлещи, все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.